Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. Друзья, но бета-тестирование NHL 20 уже заканчивается, и я наснимаю как можно больше контента для вас, чтобы вы не скучали до выхода уже полноценной версии этой игры. И сегодня мы с моими парнями, админами из паблика, ссылку на которую вы можете найти в описании, Матвеем и Саньком будем пытаться сделать эту самую дорогу к шатауту вместе со мной, голкипером. Называйте уже как хотите, Бакин, Вабон, неважно. В любом случае есть вот этот вот парень, который сейчас будет пытаться на ноль отстоять свой матч. Фух, я буду очень надеяться, что ребята мне помогут в этом, а я постараюсь показать свои максимальные кошачьи навыки. Неплохой такой составчик у нас подбирается, к нам оборонительный защитник добавился, правда, второго всего лишь уровня, но я надеюсь, ничего страшного, а у ребят так вообще всего один бот, и может быть еще сейчас за оставшиеся 20 секунд кто-то придет в нашу игру. Ну что ж, welcome, welcome, как говорится. Сейчас будем рубиться. Будем рубиться. Я буду надеяться, что у меня получится сыграть на ноль в этом матче. Так, ну банда в белом. Видим такую команду. И банда в черном, где Вабончик кулаками машет. Поехали. Вау, сколько ников различных. Парни, давайте, не подведите меня, я очень рассчитываю на то, что у меня все получится. Так, 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 опасно, опасно, атакуют, опасно. Я шайбу, если честно, не совсем вижу, вот он. Первый щелчок, тихо. Матвей, по-моему, заблокировал, и можно забивать, и можно забивать, и... Да ладно, еще бросок, да как же так? Так, еще момент, и вновь мы могли счет открыть. Так, опасно, опасно, опасно. Хорошо, хорошо, в защите неплохо и вдвоем, вдвоем, но разберитесь. Так, есть, нет, пас. Да ладно, что вы делаете, выход один на один, спасай Вабончик, есть. Фух, фух, главное сделать первый сейв, всегда после него легче становится. Так, там драка намечается, но нам не до драк сейчас. Нам надо выиграть и желательно с нулем. Хорошо, и можно, Саша, давай, решай этот момент, пожалуйста, дружище. Гол, 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 гол. Первая пошла. Молодец. А вы, кстати, обратили внимание, да, что у нас с ним шапки одинаковые? А я вам не скажу, что это за шапки, потому что вы должны были посмотреть предыдущий ролик, если хотите знать, откуда у нас надпись «Чемпионы» на свитерах и шапках. Ой, бросок, и Вабончик на месте. Зашел прям шайбу к себе родненькую. Так, тихо, драка, драка тут у нас. Ну хорошо, хорошо. Это кто-то из... Да, это не наш парень. Решил зарубиться. Ну давай, давай, покажи. Не подведи команду. Молодец, есть пару ударов. И пару раз мимо. И в итоге проиграл. Ну, поэтому я говорю, не надо сейчас размениваться на драке. Он просто не знает наших задач. Ох, Матвей проиграл вбрасывание. Ух, опасный щелчок какой был. Выброс шайбы, но тут сирена. Первый период мы выигрываем 1-0. И самое главное, что 0-0-0-0. Хорошо, Матвей, можно бросать. Неужели не гол? Как? Так, это может быть опасная атака. Бросок заблокирован, хорошо. Ой, выход 1-1. Решай, Саня. Гол! Я уже в этом парне вообще не сомневаюсь. Убрал на неудобненькую. Нате вам. Сидит. Опасная, опасная атака. Опасная. Где шайба, я не вижу. Ух, вынесли. Хорошо. И еще один выход. 1-1 от Саньки. Их в этот раз не получилось. Хорошо. Здорово. Матвей там в подкате катился. Спасает мои ворота. Пытается парниша. Красавец. Ну-ка, ну-ка забить, Саня. Ох. Так, что за потеря? Бросок! Забрать шайбу. Фух, вот так не надо, пацаны, делать, пожалуйста. Хорошо, вот вовремя, очень вовремя сейчас снесли нападающего, когда он уже выцеливал. Это челчок и еще один, и зажимаем к своей родной груди. Так, дать всем по морде, кто трогает вратаря. Аккуратно, контроль, контроль нужен, а не потери такие, щелчок, Вабончик спасает сейчас команду. Все, два периода, друзья, два периода на ноль, мы, фу-фу-фу-фу-фу, молчу, молчу, молчу.
Хороший повтор, здоровская шайба от Санька. Хотим напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать. Все открыто и честно, а самое главное, по статистике проходимость их прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что не теряя ни минуты, заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинай зарабатывать вместе с нами. Третий период, друзья, начинается, и, блин, фух, как же я хочу на ноль отстоять. Ладно, все, молчу. Хороший силовой, главное, чтобы парни в защите вот так играли очень, и не нарушали правила. Так, опасно, щелчок, я не вижу шайбы, вообще ничего не вижу, выбили вроде. Матвей ищет партнера, Санек, и тут не очень удобно было ему бросать. Так, теперь назад в оборонку, ребятки. Пожалуйста. Офсайд. Ууу, это жестко. Вставай, Санечка. Вставай, ты нам нужен в обороне. Щелчок на месте, вабончик на месте. Как же он прижимает эту шайбу к себе, чтобы, не дай бог, никуда она не ушла. Так, парни, сори, тут камера отключилась. Закончилась у меня память. Очень много контента по НХЛ просто для вас наснимал, поэтому... Сейчас вот до конца играем только с моим голосом. Тихо. Где шайба? Вау! Выбросите ее, пожалуйста. Хорошо, контролим эту игру. Щелчок! Ну, вратарь там на месте. Подождать! Выкини ее нафиг отсюда! Куда вы такие короткие пасы? Фух, что за передачи между ног? Ребята, у вас вообще железные нервы. Кстати, в этой части обратили внимание, вратари-борцухи не работают. Вау, здесь вот коленка должна была улететь туда, за пределы площадки. Так, опасная контратака. Парни, держим. Ух ты, они распасовывают. Ой, какой опасный момент! Какой сейчас мог быть рикошет, но я вроде законтролил этот угол. Фух. Да что же вы делаете? Вы моих парней просто убиваете. Матвей, молодец, по контролю ее, хорошо. И здесь еще один силовой, просто сумасшедший. В реальном хоккее сейчас бы никто на площадке не остался, потому что у парней просто нет защиты. Атака соперника продолжается. Вау, Матвей, красавец. Драка, пошла, рубиловка. Давай, наклад, ему. Молодец, победа наша. Матвея удаляют. Вы чё издеваетесь? В концовке самый моего лучшего защитника убираете с площадки. Да хорош! Это пиздец. 30 секунд оставалось и удалили Матвея. И это вот, посмотрите на Матвея. Я не знаю, что сказать. Это жесть, ребята. 36,6 до конца, и мы не выполнили этот челлендж. Я уже представлял, как я сейчас поздравляю пацанов и говорю им огромное спасибо. Им, конечно, спасибо. Но так пропустить такой концовки я даже не ожидал. Мы выигрываем этот матч, но я расстроен, друзья. Я просто в шоке. Не знаю, что сказать. 36,6 оставалось до конца, ребята. Саша лучший игрок, Матвей красавец. Но как же ты мог в концовке удалиться? Ты так мне нужен был в обороне. Ладно, друзья, значит, не заканчивается наша миссия по тому преодолению вот этого вот пути к шатауту. Будем стараться, будем в следующий раз пытаться это сделать. Не забывайте подписаться на канал, поставьте лайк этому видео, чтобы следующий видос по НХЛ обязательно вышел. Подпишитесь на группу, где пацаны-админы классные новости для вас делают. И на мой инстаграм, конечно же, на него тоже есть ссылка в описании. Там куча классных фоточек и охренеть, как много сториз постоянно выходит. Все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока!